studying my medical. Приехали, интересно, город Red Bluff. Он очень старинный, и такие здания все из кирпича. Такой старинный-старинный город. Мы сейчас идем кушать. Все зайдут. Ну, выгоняйте на машине. Ваня, ты заказал? Я заказал. Что ты заказал? Я заказал Eggs Benedict. О, ты вообще самая... Бенедикта, да. Новинка, посмотрим, что это такое. Не то. Первый вкус. Лёха, как тебе буррито? Классно. Я на тебе. Классно. Омлетик. Угу. Ваня, как тебе бенедикт? Шоколад бенедикт. Девчата, как кофе? Что-что? Как кофе или чай? Я кофе не пью, кофе никак. А чай еще не пробовала. Думаю, пить. Вот, конечно. Да. Сейчас зафоткаем. Улыбайтесь. Yes. Меня нет тут, говорите дальше. Все доели? То все ждут вас, говорящие, долго. А мы ждем приглашения. А, окей, мы приглашаем вас. Как тебе хода? Далеко от Сакраменто, совсем другой стиль жизни. Настоящая осень. Друзья, все, мы приехали на место, мы сейчас идем в хайк. Мы еще не знаем, какое, конечно, куда. Ян, куда мы идем? Не знаю. Куда-то идем. Мы идем не знаем куда, но тут очень классно, здесь пахнет соснами. И уже осень. То есть это первая осенняя наша поездка. Вон там даже водопадик какой-то журжит. Течет очень классно. Вау! Водопадик. Так что будет очень красиво. Так, идем, все счастливые, сытые, все. Правильно? Конечно. Все, сейчас идем. Не знаем куда, но сейчас узнаем. Пока есть силы записывать, я буду записывать. Потом у меня уже до 30 тысяч слов выговорю, и все, закончится. А, смотрите, по какой траве мы идем. Человеческий рост. Почти. Что это такое? Что за хайк? Смотрите. Мы-то думали, что тут по дорожке все. Главное, что тут змей нету, это уже радует. Да, по идее, не должно, потому что когда остро, они не любят ползать по колючкам. Так что надеемся, что все хорошо. Будет, мы дойдем. Что, заблудились? Они пошли за мной, они не знали, куда они идут. Все запутаны. Да, направо или налево. Если они потом придут, они шли в этом. Вот пришли на озеро. Просто корнфлейк взял, так? А, там вообще грязевые ванны. Кипит вода. 150 градусов. Это много, да? Достаточно. Никто не хочет попробовать? Пальчиком. Нет, там засунешь руку, одни косточки выйдут. Итог. Бля, смотри как. Это же грязевые ванны, да? Да.
А ну, хто протестує туди, плюхнеться? Аня, осторожно, я переживаю, щоб... Здесь пох. Он из-за того, что влажность постоянно, и он здесь образуется. Хорошо. Все пришли, все дошли уже. Это уже хорошо. Да. Ну, было бы лучше, если бы туда немножко прошли, потому что будет немножко хотя бы озеро видно. А выбирай место. Можно, да. Можно вообще Яна, Яну тоже можете, пожалуйста, на ту сторону поедем. Да, как вам сегодня? Говори, Яна, по-английски сразу. Кан понравился? Да, очень красиво. Вода. Да. Ты расскажи. А это Дианка. Дианка, расскажи, как тебя зовут? Меня зовут. Добро пожаловать, приходи к нам на группы. Приду. Да. Церковь. Завтра у нас праздник жатвы, так что приходи. Потом в парк все едем, там тоже классно будет. Время свободное, пока ничего не делаете. Мы ждали. Мы ждали тебя, да, Олег. Окей. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем хайке. Как понравился он вас? Что рассказывает? Вам? Эмоции на лицах. О, что весело. Понравилось. Мы попробовали водичку. Гейзеры. Как она? Пальцы горячая. Сильно или так? Ну так, нормально. Маску для лица не делали. Взяли с собой. Думаете, окунули пальчики. Девчата ждут вкусного. Все голодные. Ужина ребята тоже ждут. Так что готовьтесь. Мы еще видели этого бурундучка, вы видели? Какого бурундучка? Что маленький медведь. Когда мы шли. Да нет, никак не найдет. Жалко, что медведей не видели, тут их много. Еще может придет. Мне понравилось сидеть на кольном крючке. Как тебе, Аня, понравилось сегодня? Классно. Недолго, да? И... Слава Богу, из-за недолго. Следующий хайк будет, сказали, он 3 часа. Прямо на вершину вулкана можно подняться. Сегодня? Сегодня, да. Готовы? Сейчас покушаем, подкрепимся и... Куда повезут, туда пойдем. Здрасте. Ой. Как вам? Да. Все хорошо. Прекрасно. Я, папа. Нас Алена. Нет, подсадила. Совсем нет. Стремненько стало. Совсем нет. На семечки. На бабушке. Сама вот не щелкает, а нас. Ну да. Южилы как бы... Здравствуй. Че южилы? Южилы. Света, как там? Нормально. 6 миллиметров болт на растяжку. Я, Коля, на походе работает замечательно. Скоро будет шашлычок, там все под контролем. Ты молодец, может, подключаешь новую молодежь в нашу группу. Кого я подключаю? А вот. Это моя дорогая, познакомьтесь, подруга. Моя дорогая, любимая Алена. Она очень классная, она живет рядом, где я работаю. Я ее иногда навещаю в даунтауне, так что круто. Привет, приятно. Так что приходи к нам. Она уже, кстати, у нас была. Да, все, открытие нового сезона. Когда пироги кушали. А. Все. Главное, чтобы не на пироги только, да? Это кому ты снимаешь? Я не знала. Потом он на YouTube потом ролики выставляет. Потом на канал под... Что такое? А? Сбегаем, чтобы на YouTube не светиться. А, то не бойтесь, все нормально. Писано за все благодарить, так что всего хватает, все супер. Жизнь прекрасна. Аминь. Голодные уже. Ждем, ждем, а тут огонь, видишь, такой. Не гори. Вдыхаем. Вначале она хотела на Украину, ждем, что нажимать, а потом все, слава Богу, хватает. Все хватает. О! Да. Вот это правильный ответ, знаешь, то люди, знаешь, иногда жалуются. Да, и некоторые не имеют то, что есть у нас. То есть вы счастливы? Да. О.
это истинные слова. Теперь посмотрите на самых счастливых людей в мире. Yes! Самых счастливых правда, людей. Часто даже да, сидишь и понимаешь, что ну реально все есть, и вы ни в чем не нуждаешься. Счастье особенно даже в мелочах. Ну да, даже в мелочах. Смотришь и вот реально думаешь, у меня все есть, как бы мне не надо ничего. Классно. Таких людей очень мало. Да. Даже группа это часть. Это о. Да. Ох, какие классные. Да. Голодные. Я было очень вкусно. Спасибо бабушка Свете, моя. Коле и всем остальным, кто участвовал в подготовке еды. Всем понравилась еда, шашлычки. Роме особенно понравилось мясо с чикеном. Мясо с чикеном, а у нас было мясо без чикена и с чикеном. Ему самое больше с чикеном понравилось. Да. А то его Юля вчера так расхвалила. А, Юля? Да, Юля вчера. Забыла? Когда нам тортик предлагали, а мы отказались, ты сказала, что печеньками наелась.